Так, всем здравствуйте на моем канале. Вот хочу показать, как отрегулировать клапана на тракторе Т40. Ну, для начала нужно снять вот этот вал, потому что не вылезут крышки клапанные. Так, снял я клапанные крышки. Как определить первый цилиндр? Порядок работы такого. Первый, третий, четвертый, второй. То есть будем первый регулировать, потом третий, потом четвертый, потом второй. Ну, это ясно. Как определить? Я определяю на впрыск. На впрыск это так. С первого цилиндра откручиваю трубку с насоса, даю пол газа и прокручиваю двигатель до тех пор, пока не поднимется солярка, вот здесь не появится. Вот. Если появилась солярка, и вот она стоит на метке ВМТ, и это будет первый цилиндр. Потом что делаю? Вот так немножечко молоточком стукнуть, чтобы хорошенько село. И вот так, как я на глаз определяю, а здесь большой, буду регулировать. Так, если вот отрегулировали первый цилиндр, что дальше? Проворачиваю пол оборота. Пол оборота двигателя, то есть вот. Вот проверну пол оборота двигатель, это будет третий цилиндр. Каков зазор я даю? Где-то 0,25, вот здесь нормальный, а здесь потом на четвертый цилиндр пол оборота будет стоять на метке ВМТ, и пол оборота будет второй НМТ, то есть нижняя мертвая точка. Вот и все, собственно, ничего нет сложного. А что? Пробуйте. Так, всем спасибо за внимание.